Всем привет! Сегодня расскажу вам о сетевом шуруповерте артикул ZSH-550-45. Шуруповерт предназначен для вкручивания и выкручивания шурупов, саморезов винтов и сверления отверстий в различных материалах. Патрон рассчитан на установку бит или сверел с шестигранным хвостовиком размером 1/4 дюйма. Работает шуруповерт от сети напряжением 220 вольт, мощность двигателя 550 ватт, максимальная частота вращения 4500 оборотов в минуту, крутящий момент 10 ньютон на метр, максимальный диаметр заворачиваемого шурупа 6 мм. Оснащен предохранительной муфтой и электронной регулировкой оборотов. Позиционируется в серии «Профессионал», гарантия производителя 5 лет. Упакован в яркую информативную коробку, на которой указаны технические характеристики, комплектация, краткое описание. Давайте откроем, проверим комплектацию. Шуруповерт сетевой. Ремень крепления, инструкция по безопасности, руководство по эксплуатации. Шуруповерт сетевой, по легкости и компактности не уступает аккумуляторным шуруповертам. При этом не надо беспокоиться о заряде аккумуляторов. Еще одним важным отличием является отсутствие муфты регулировки крутящего момента. Вместо нее в шуруповерте применен ограничитель глубины заворачивания с предохранительной муфтой. Работает шуруповерт следующим образом. Установим необходимую биту. Обращаю ваше внимание, для правильной работы ограничителя длина биты не должна превышать 25 мм. Магнит надежно удержит биту в инструменте. Вращением ограничителя устанавливаем необходимую глубину заворачивания. При вращении ограничителя вправо глубина заворачивания уменьшается. При вращении влево мы увеличиваем глубину заворачивания. В зависимости от установленной глубины заворачивания, головка шурупа или возвышается над материалом, или утоплена в нем, или заподлицо. В любом случае, для точной настройки лучше сделать несколько пробных заворачиваний. Режим закручивания или откручивания устанавливается переключателем реверса. Скорость регулируется силой нажатия на выключатель. Блокировка кнопки для продолжительной комфортной работы. Прорезиненная рукоятка делает хват удобным с надежной фиксацией руки. При необходимости на рукоятку устанавливается ремень как слева, так и справа. Встроенная клипса позволяет крепить шуруповерт на поясе. Сетевой шнур прорезиненный, его длина 3 метра, с фирменным логотипом Зубр на вилке. Давайте включим. Важно, патрон не начнет вращаться, пока вы не приложите давящие усилия к крепежу. А при упоре ограничителя глубины в поверхность патрон вращаться перестанет. Единожды настроен инструмент,
вы многократно получите один и тот же результат. Такая конструкция очень удобна при большом количестве однообразных работ и идеально подходит для крепления листов гипсокартона. Итак, сетевой шуруповерт торговой марки Zuber, модель ZSH-550-45, серии «Профессионал» с гарантией 5 лет. На этом у меня все. До свидания. До новых встреч.